Мячик. Мячик. Давайте. Опа. Айрис, ну что тебе? Ну что тебе надо, ласки? Зачем, скажи мне, тут мячик? Пусть Орлета ним занимается. Да? Две фулиганки. Ну, Айрис забрала. Нет. Сейчас Орлета отберет. Нет. Почему? Айрис? Зачем ты его туда затащила? Надо его в воду, скажи. А то так неинтересно. В воду, а теперь поляпаться. Вода грязнючая уже, да? Наляпались сегодня? Скажи, конечно, наляпались. Жара же ведь. Почему бы не поляпаться? А уточку? Оп! Две мелкие попки. Боже, воды налили, не пищит. Пищала игрушечка, уже не пищит. Дай, дай, котик, 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 опа. Ты видишь? Теперь тебе надо эта игрушечка, которая уже не пищит, да, Айрис? Иди у Орлеты мячик забери. А то что-то она модная такая пришла, забрала. Боже мой, да кому ты похожа? Капец! Орлета, давай мячик. Давай. Опа! Ты дых. Тащи сюда, давай. Ай, молодца! А довольная такие, что выполнила с хвостами. Такие, вот, да, я герой, да, я герой. Да, ты умница, мамина, умница. Опять хвостом трынь-ты-тынь. Скажи, да, я могу.